В день отдания праздника Пятидесятницы митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений совершил божественную литургию в Симеоно-Анненском храме Сесерти. За богослужением настоятелю прихода была вручена епархиальная награда во внимание к трудам на благо Святой Церкви и в связи с 20-летием со дня хиротонии в пресвитерский сан. День отдания праздника – еще один повод вернуться к событиям торжества и переосмыслить его. В этот день снова служится особо торжественное богослужение, во время которого звучат молитвы и песнопения праздника. Отдание Пятидесятницы совершается через 6 дней после самого торжества. Господь нам с вами дает каждому возможность не просто жить в своем царстве, Он нас с вами благословляет, наполняет силою Своей. И мы с вами, следуя по стопам Христа Спасителя, можем быть в радости. Приход Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы в уральском городе Сесерть был освящен еще в 1735 году в честь небесной покровительницы императрицы Анны Иоанновны. Саму же каменную церковь строили уже во второй половине 18 века в течение 10 лет. Этот храм помнит многие исторические события и оборону местных заводчан от мятежного войска Емельяна Пугачева, и то, что в сентябре 1824 года церковь посетил сам император Александр I, и то, как в 1991-м началось восстановление здания Дома Божия после долгих лет запустения. Призывая Его святое имя, мы имеем возможность пригласить Его в свое сердце, открыть Его. И если это будет искренне, это будет совершено искренне, если это будет совершено без лукавства, то Господь может в это сердце войти и делает такого человека похожим на Него самого. За богослужением настоятелю прихода протоиерею Дмитрию Чернику была вручена медаль святых царственных старостотерпцев первой степени. Благодарим за то, что сегодня посетили сей святый храм, совершили службу Божию, и мы вместе с вами почтили память святителя Иоанна Шанхайского, которого, я знаю, вы давно и очень сильно почитаете и любите. В храме с начала этого года действует новый предел, который будет освящен в честь святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского.